Добрый день, дорогие односельчане! Добрый день, гости! Мне трогательно и волнительно сегодня говорить с этой сцены, потому что сегодня мы вместе возрождаем очередной из наших праздников, который не праздновался со времен Советского Союза. Это день рождения села. Наше село прошло много невзгод, падений, поднималось снова. И, как вы уже знакомились в вестибюле, в камеральском описании описывается первое воспоминание села 1984 год, и в нем было 21 подворье. Далее упоминается, что в селе было 5 подворий. Далее многие из здесь присутствующих свидетели большого и серьезного процветающего колхоза имени Горького. И на наших глазах при развале Советского Союза случилось очередное падение. Но точку падения мы прошли. И за последние годы нами создано многое. Светится над селом купола храма Иоанна Крестителя. Отведен земельный участок и заканчивается подготовка документов для строительства мусульманской мечети. Идет многоэтажное строительство, индивидуальная застройка. В селе ежегодно прирост населения от 100 до 150 человек. Сохранили мы и музыкальную школу, что нет во многих советах. Занимаемся спортом и стараемся. Есть прекрасная команда борцов, футболисты. В прошлом году проведено 2 чемпионата на этой сцене. Но я думаю, с Божьей помощью мы, конечно, тоже отремонтируем и этот Дом культуры, который уже, я думаю, точно поставлен на план финансирования на следующий год, я этот план читал. И сделаем капитальный ремонт, в первую очередь, нашей школы. Ну и самое главное, мы начнем строительство нового детского сада, в чем нуждается все село. И я прошу услышать здесь присутствующих гостей, как ждут это строительство мои односельчане, как все, ждем этого все мы. Ну и прошу строго не судить сегодня тех организаторов этого праздника. Может, что-то где-то и не получится. Но сегодня от всей души я желаю всем хорошего настроения, улыбок, счастья. Встретим сегодняшний праздник достойно. С днем рождения, дорогое село!